20 февраля на территории Казанской ярмарки открылась специализированная выставка «Образование карьеры». Всех, кто только вошел на территорию выставки, тут же встречает стенд Казанского университета, моментально приковывая внимание гостей. Традиционная ежегодная выставка, значит, «Образование карьеры» 2018. Каждый год мы участвуем. Как вы видите, в самом таком бойком месте при входе мы стоим. Мимо нас не пройдут. В этом году мы представляем три института здесь. Институт фундаментальной медицины, институт физики, институт управления экономикой и финансов. Они выставили свои, значит, стенды, свои разработки. Предлагаю прямо сейчас познакомиться с тем проектом, который представляет Институт физики Казанского федерального университета на данной ярмарке. Расскажите, пожалуйста, что это за проект? Это очень простые опыты физические. Показывают, какие бывают удивительные вещи простыми. Вот, допустим, здесь можно видеть, что мы можем видеть шарик, здесь простое отражение. Ну, то есть просто обычные физические опыты. У нас здесь располагается эндоскопический симулятор, с помощью которого студенты могут отработать свои навыки проведения внутриполостных, менее инвазивных операций. То есть, получается, нам не обязательно разрезать пациента, мы делаем маленькие дырочки, и у нас меньше шрамов, меньше каких-то последствий. Рад вас всех видеть. Выставка «Образование карьера» – единственный выставочный проект в Республике Татарстан, который демонстрирует образовательный потенциал всей республики и даже потенциал вузов других городов России. И я считаю, что такие мероприятия, они полезны для того, чтобы можно было увидеть все существующие вузы, которые, ну, конечно, республику мы вся здесь представлены, но есть и вузы из других регионов. Но вот то, что для меня считаю важным, это чтобы увидели всю республику, скажем, какие у нас вузы есть, и наши абитуриенты, будущие студенты могли, чтобы сравнивать, выбирать. Второй день выставки чем-то напомнит родительское собрание. Однако, в отличие от традиционных школьных собраний, здесь родители узнают всю необходимую информацию от образовательных учреждений для выбора будущего места учебы своему ребенку. Выбор вуза – задача не из простых, так что нынешним школьникам явно есть над чем подумать. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.